Да я играл, видимо, ка, мне не надо обучение. О! Наконец-то нормальный ведьмак, а не актер Супермена с современной внешностью. О! Властелина колец пройти. Я не проходил, мне кажется, интересно. Я фанат Властелина колец. Здесь там прикольно. Воу! Я читал Толкина, алло. Это Йеннифер? Я бы ее закуканил своей магической палочкой. Альтернативные облики для чего? Что это такое? О, Уоррен. А, офигенно. Сальто под Уоррена. Блин, как мне музыка нравится вот эта. Я надеюсь, ты выберешь Йеннифер. Я выберу того, кто по кайфу будет. Дед Пират, спасибо за 20. Да, я распишусь. Я, сори, забыл. Я распишусь. А ты 30 набил? Бум! Дмитрий, я Дед Пират с Last Cut на Фейс-Сити на Аверпасе. Есть еще вариант расписать. Да, да, я распишусь, хорошо, только после, ну, стримчика. Каэр Морхен, твердыня ведьмаков на реке Гвенлях. Опаньки, я каждое утро так, в тазике. Эй, это что это? Куда ползем? Слушай, это совсем не смешно. Эл! Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Блин, как мне такую же спину сделать? Девчонкам такая тема нравится. Шрамы. Ага, пока. Ну это у нас с чудовищами файтится какими-то, да? Драконом подерись. Блин, вот такое же тело хотя бы надо сделать, ладно.
не лагает. Ой. Я тут подумал, может, Цири подождут еще немного. Это не педагогично и неразумно. Я хочу еще немного побыть с тобой, малыш. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Хорош, выкрутился мужик, не растерялся, красава. Красава. А то сейчас бы можно было на мину нарваться, ребят. Плюс кто в жизни нарывался на такие мины, подставленные специально? На ловушку. Не зря их с Фортнайта убрали. Вау! Отличный у нас все-таки перевал. Так. Ведьмачье чутье подсказывает мне, что очень красиво. О, нифига себе, красиво. Потушил огонечек. Так, что мне сделать-то надо? Побазарить еще с ней? Найти ключ от спальни? Но это изи, я всегда... А, ну вон он лежит. Блин, я бы хотел жить в таком доме. Единственное, что там телек непонятно куда поставить. Это имба, слушайте. Чутье врубай. А зачем? Я знаю, где ключ лежит. Телек и... В принципе... Ну прикиньте стрим, ребята! Просто прикиньте, запустить стрим вот отсюда. Вот. Ты сидишь, и вы просто фон вот этот видите. Ё-моё. Эта балдёжка была бы такая знатная. И чё сейчас делать надо? А, этаж ниже? А где этаж ниже? А, вон дверь. Кайф. На, нахрен. Опа. Опа. Плюс 100 по лестнице также спускается. О, Весемир. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Такая же музыка, я не знаю, такая атмосфера. Я так обожаю вот эти времена. Не, чел, такое не пропускается. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Бухой уже подъем, дед проснулся. Мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки. Мне бы хотя бы одну книжку с того времени. Дал ей этот кирпич? Я бы изучил все. Странно, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Ты не поймешь нихуя, все я пойму. Что, опять на маятнике? На каком маятнике? Дед, я тебя сейчас посажу на маятник. Какой маятник? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Распустили мы ее с тобой, дед. Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею, как и всем остальным. Ладно. Сейчас донат включу. И я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. А ведьмаки — это дети ведьм, да? Ну, мать ведьма, да? Что-то такое же там, да? Частично как-то. Нет? Нет. Хе. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Хорош.
О! А, она еще с закрытыми глазами? Или она, подождите, она слепая? Нет, ноги. Нифига себе, они ее научили. Сальто? Опа, под ворона. Можешь снять повязку. А, нет. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака, может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьи мутации? Стрыги есть часть? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ну, я. Ой, да ну. Строго, стрыга. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Извинений недостаточно, малыш. Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком. С комментариями. Нет, пожалуйста. Сейчас уберу щель. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Чел, я играю со своей концовкой, запомни. Чё за рейд от уебана? Это кто? Ух, что у тебя с лицом? У тебя что там, братишка? Ты что съел-то такое? Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата. Марк, спасибо. Дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. Ладно, не успеваю по отметинам. Якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? А то доиграешься. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной. Ламберт с Эскелем. Цири с куклой. Чё, мы реально драться сейчас будем? Я же пропустил обучение. Не привередничай, берись за меч. Возьмись за меч. Ну что? Повторим основы или сразу спарринг? Да, сразу спарринг. Сразу к спаррингу. Давай поехали. Сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Фэкт. Да я играл Ведьмака, умею я играть. Сейчас вспомню, это как на велосипеде. Сейчас Ламберту пизделей дам, и все. Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволёна. А что так тихо стало? Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Гули меня не захуярят. Цири. Какая пиратка? Сейчас уберу щель, подождите, нельзя альтабаться. Что за... Что? Я долго ждал этого, белый волк.
Только трое из 10 мальчиков становились ведьмаками. Все нормально, сейчас звук будет уже. Тимерия, дорога на Вызиму, май 1272 год. Все в порядке? Кошмар приснился. Это сон был, алло. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Мне снился Каэр Морхен. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Найдем? Меня это, не это беспокоит. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать, у нее неприятности. Я реалистично играю. У нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. А ведьмак пиздец разговорчивый был, да? Приборные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Хотя бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер? Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена, маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Скучно! Закончилось все не слишком хорошо. Сложность почти сложная, максималка. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на цели, а я не мог двинуться, стоял как столб. Офай. Это только сон. Сейчас экшен начнется уже. Пора ехать. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы у Вызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Что это, чел какой-то ее, что ли? Это личное. Это личное. Очень личное. А, понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Я помню, что два меча у ведьмака. Один серебряный, а другой металлический. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули! Гули! Сука! Сюда, гуль поганый! Спина! От коня отойди, тварь! Когда войско проходит, за ним по пятам рупоеды.
Чел, я знаю, как драться, поверь мне. Все. Ни одного гуля не осталось. Всех положил. Все, все сдохли. Так, сейчас я шель беру. О, конь. Плотва. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Воу! Теперь скорее за что мужиков? Родовида. Родовид ублюдок, еще тот был. Нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Вернищель. Так, все, хватит. Опа! Что это здесь у нас? Шевелись, плотва. Я слышу врага. Гуль мерзкий. Ага. Ну давайте, твари. Утопцы поганые. Ах ты, своль. Весемир, что ты там делаешь? Помоги! Мозг утопца. И ухо чудовища. Все. Опа. А как этот квен сделать? Стоп, забыл, как квен делать. Что-то выпил. Как квен делать? Какой ку? Блять, еще что-то выпил зачем-то. Ты что бухаешь, чел? А, по-моему... А, вот, все, найс. Поехали. А чё утопцы-то? Чё сваливаем-то, а? На! На, тварь поганая. Ох ты, тварь. Обучение, чел. Все нормально, я все сделал. Во, все, правый стик. Ну что? Все, изи. Ну так, собрал лута немножко. Все, теперь можно идти. О! Знали эту пасхалку? Тут можно, смотрите, сколько всего найти было. Знали про эту тему, чат? Клинок. Сюда. Рецепт не ясыть. Читай все, что подбираешь. А я знаю все это, я же проходил, чел. Я примерно могу сейчас даже зелье сварить такое, которое меня будет дефать до конца игры еще, до конца сюжетки. Так, плотву как свистеть забыл. Забыл только меч кружочком, против чего он? Да хранят тебя боги. О, плот собрал. Все.
Убежал. Не трогай меня! Опа! Съебалась. Ушло. Все нормально. Все, идем дальше. А где лошадь? Отцепись! Что вы все плачете-то здесь, я не понимаю. Что тут случилось? Опять мне косули деревца пообщипали. Ладно, идем. Вот палатка моя стоит. Поехали. Сори, Весемир, пару топляков прижал там. Эй! Идем. На помощь! Помогите! Что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Работаем, Весемир. Грифончик. Бля, Весемир, ну ты что? Ты уже не в форме, дед. Иди на пенсию. А сколько Ведьмаку лет было? 40 где-то, да? Улетел? Ноль? Да, вылезай. Вылезай. Чисто Ванёк такой. С горшком на голове. О, боги. Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Ахахахахахаха. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. Пару крон пригодится. Пара крон всегда пригодится. Ох, машна-то у меня прохудилась. Сперва не ты кого в машне обвинил? А теперь вот это. Что, крыса? Я ведьмак, я зарабатываю бабки. Возьмите. Давай бабки сюда, усач. Плюс 50 крон. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. В смысле, а нормально? Увидите кого? Да, одну женщину. Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Плюс 100 бабки видел, его запросил как... тоже. Нет. Это нормально? Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Мы чела спасли, чат. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более, тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Ну, давай бухнем. Как-никак Новый год. Так едем. Туру, какой же музон божественный. Туру-ту. В принципе, я знаю, куда скакать. Погнали. Давай, погнали. Так, а мне зелень забирать сейчас? Да, в принципе, не надо, наверное. Всякие листочки эти. Я ж варить ничего не собираюсь. Эй, куда камни кидаешь, кет? Лук опусти, пацаненок! А ты любишь сверчков? Что ты мне сказал? Сейчас ты проглотишь. Ух, какие кружки-то божественные. Сейчас такие не наливают в барах. Хотя нет, кстати, может, и наливают. О, это Нильфгардис? Что?
Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, Гер. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не тем... Или Риданец, да? А Нильфгард. Нильфгард, алло, Риданец. Позер. Да не в жизнь. Сейчас, да, отключу. Какие? Что? Я с выродками не пью. Что ты сказал? Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Старенькая тетя. Ну ладно, про несчастье-то. Чем могу услужить? Гюнтер Одим? Водочкой. Водочкой. А вы чего изволите? Мы ищем одну женщину. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Завались, Весемир, ты че? Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо за все. Спасибо за все. Судари-ведьмаки. А может, вы бы Грифона убили? Да. А то прям беда с ним. Сперва-то он только скотину с полей таскал. А последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти боязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Согласен. За бабки изи. Помочь тебе с перевязкой? Что, крыса? Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания. Но это как фильм, ребята. Это даже не то, что игра, это как фильм. Слышь, черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ай, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. Эй, хорош а мужик, запретки кидай. А что они эти межи проводят, а? Чтобы отчизну нашу на делянки порезать и своим раздать. Спасибо, ПН, за 50. Куб, юнитер, трахать, трахать, трахать. Чего? Фракции, команд, масть. Что-то вроде FFF, трахать, Ики трахать. И червы. О, тут только можно сыграть. Я фигуры, так ебал в этот... Как этот называется игра? В Гвинт, я так его вообще... А то, покуда вы мне эту свою игру изложите, уже стемнеет. Я в Гвинт вообще решаю вопросы. Устая трата времени. Скорее, Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Я в Гвинт вообще изи херачу, я могу выжить. Можно распись, пожалуйста, https://stiamchim. Да, можно. Сейчас я донаты, сейчас я дослушаю, сейчас. Две секунды. Дима, были ли у тебя такие случаи, когда предавал лучший друг, и как ты с этим нет, справился такого не было. И общался не ли было. После с ним? Не было такого. Бум. По-моему, не было. Я бы, наверное, Ламберт, запомнил бы. Ламберт, Хермаржовый, Ламберт. Вот так Ламберт, вебку поставлю. Вредных уй. Бум. Что всё, сказали последний ликуты, донат, ребят. Когда умер Гулливер? Ебать копать, ахах, ахаха, ахах, ахаха, ахах, ахаха, ахах, ахаха, ахах, ахаха, ахах, ахаха, ахах, ахаха.
Спасибо за Ведьмака, не за что. Спасибо. Почему за нет? Ведьмака. Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Академии. Ну давай-ка, я тебя Гвинт разъебу быстренько, истории. Дружище. Геральт из Ривии. Ведьмак. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Прощай. Мне надо идти, прощай. С тобой не о чем говорить. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в Гвинт играть умеешь? В Гвинт я один из лучших, дружочек. У меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Будь по-твоему. Вообще, почему нет? Отлично. Бум. Сейчас объясню тебе. Да я знаю правила. Господи, как я рад, что этот год начинается. Я знаю правила. Просто начать, КС, дайте мне. Все, начать игру. Которые ждут очередной шутер нахуй с чата. Бум. Все. https://. А нет, сдаться я не хочу. Я хочу начать игру. Все, поехали. Все. Ребят, не донатьте просто. Так, что, ясное небо, тан-тан-тан-тан-тан. Так а что он мне дает-то? А, я хожу сейчас. КВДНский мастер, поехали. Поехали, работаем. Начало раунда, кто ходит? Ход противника, ну давай, братишка. Ха-ха. Ой, братан, кого ты ставишь? Двойку первую, на первую двойку ты ставишь мне, да? Ну, ставим вот так вот. Давай, бахай. Дождь. Ясное небо, братишка. Уехал. Лучник пятый встает. Лучник шестой встает. Ага, укрепляет переднюю линию. Ставлю еще лучника. Так, семерка, да? Ставлю еще лучника. Укрепляем прям жестко лучников сейчас. Бум. Сыньте ее. Режим, отключи вертикальную синхронизацию. И, кстати... Нормально, нормально все. Сложность. На смерть там не сложно. Ну, поехали. Первых поставим сейчас. 23. Все. Противник спасовал. Ну и я тоже спасую. О, нет, умение лидера мне не нужно. А где пас? Нет. Да ё-моё, какое умение лидера? Все. А, зажать надо. Да нет. Все, зажал. Сюда! Да я давно просто не играл, но я... Ваш ход. Бум. Что сказал некрофил на кладбище? Пасуем. Ой, братишка. А, стоп. А, ну все правильно, у меня на одну карту больше. Все хорошо. Все красиво. У меня шестерка еще есть, алло. Ой, это нужно было потом, он увеличивает силы. Все. Бум. Прощай, браток. Старый скамер, я кинул тебе репорт на канал за то, что скамер собал у канала. Сетку с 2021 жду, не ты, не твой мадер стирай, да дыр не дали сетку. Так-так. Собал за стапку за тысячу. Не мог. Если доведется побывать в Оксенфурте, ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в Гвинт обыграет любого. Да-да-да. Я запомню. Спасибо. Гвинта сложность поменяю? Не, ребят, я в Гвинт один из лучших. Я даже на телефон скачивал, Гвинт играл. Опа, мужички, а чё стоим?
Побазарить хотим? Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Чего, блядь? Нам здесь таких не надо. Чел, хватит анекдоты, Клаус! Что сказал отчим своей приемной дочке? Вставай, у меня встал эхо. Все, хватит. Трое? Да вы хабрецы! Может, еще кого на помощь позовете? А то вдруг втроем не справитесь. Че? Да я б тебе один настучал. Ну давай. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет, тогда тоже нет. Чеслав, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. Ах так, да? Давай, давай. На, нахуй. На. На. Конь, давай его, легай ногой задней. Тварь. Ах, поды... Давай, нахуй. Давай, мужик, блядь. Тебе тоже дать, тварь. На, нахуй. Первый, второй отлетел. Раз, два. Ты мне, крестьянин? Ты мне это? Кто за порядком следит? А, все, по идее, мне нужно спешиться. Гюнтер Одим. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Только сюжеты драки поставил, чтобы интереснее было. Белое. Два шнапса. Два шпикса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Ладно, выпью. Насмерть. Ну, Юль, тогда я буду вябывать, возможно, видел? И будет неинтересно, мне кажется. Йеннифер из Венгерберга. Ох, а что у нее на попе за шрам такой? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Он так на меня похож. Я тоже, если что-то слышу, никогда не забываю. С кем имею честь? Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Одим. К вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Гюнтер Вадим. Да, ребята, ну если я насмерть поставлю, мы будем сосать. Вы хотите сосать в Новый год? Ой, Деларен, ты уехал. Какой гайд? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. Лютик? У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться заплати к великому. Заплати ведьмаку, ну, пюрешкой с котлетой и яичным омлетом. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Где Йеннифер, тварь? Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Не твое дело. Не твое это дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черное и белое. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Мы сюжетку проходим, ребят. Мы не будем в гвинт играть.
Нам нужно сюжет пройти. Спасибо. Иначе это нас на 200 часов. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Хорошо, Гюнтер Оди. Просить у нильфгардцев про Йеннифер. Чё, так и лежат до сих пор кенты? Отвали, крестьянин. Просто людин. Уехал, малыш. Но. Осуждаю донат. Секунду, сейчас скипну, долбоеба. Бум. Какая же музыка опять офигенная, да? Игра кому? Атмосфера. Главное, чтобы атмосфера была. Это место силы. О, признак седьмого левела. Что? О-о-о! Тварь! Ну, сколько мне еще ждать? Иди сюда. Квен! Не отойди! Арт! Как юзать? Сюда! Отойди от меня, тварь! Ушел! Больно, больно. Запивай. Запить надо. Где запивалка? Где запивалка? А все, я его убил. Все, Игни есть. А я Квен, Квен, мне нужен Квен. Все, я убил ублюдка. Так, а где этот запить? Запить коктейль. Как запить коктейль, ребят? Как запить? А, его нет у меня. А я пойду эту тварь все-таки... А, я не могу... Ладно, ускачем отсюда. Все. А вот это что такое? Все, поехали. Дальше. Она испугалась. Давай. Давай, Плотвич. Поехали. Ну, Плотвинский. Отдохни. Давай, Плотвинский. С дороги. Блин, как красиво на ультра. Блин, какие места здесь. О, я вижу, здесь сокровища, да? Я вижу утопленника. Волки. Сюда, без головы остался. У меня хп нету. О, это что за фитнес-тренер? Чел, у меня хп нету просто.
Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятностей. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Ведьмак. Капитан Петер Сар Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Значит, вы можете и по-хорошему. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Опасно. Опасно базарит. Волтис Грифон Эссанболт. А Эпторт? Нет. Отстрелил. Осуждаю. Придется реквизировать. Так, сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. О, красава, чел, респект. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Ага. По рукам. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. Грифона по-любому, Юля, разъебу. С тех пор грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Молодую овечку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Я должен найти одну траву. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Как я дерзу, нет, жестко. Дерзю. Сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Два Загляни мужика схлестнулись. Словесной перепалки. Травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого пола? Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Хотя и странный. Тамира и Мыслов. Спасибо. Мыслов. Вот там имена были такие, да? Прикиньте, ребят, кого-то бы из вас звали Мыслов. Ну, гоу! Херачить! Стой! Заткнись! Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. О, раз в 3 месяца жестко. Отхилиться? А как медитировать? Я забыл. В рюкзаке, по-моему, да?
сейчас. Где-то здесь медицировать, да? Умение, вот. А, вот, медицировать. Сюда, фул восстановка. Император поведет нас прямо на... Давай, Платвень. Давай, Платва. Ребят, я в Гвинт еще донатил, когда отдельной игрой он вышел, я в него донатил, я в Гвинт очень хорошо играю. Выеби Платву, чел. Нет, тварь, у меня основной сюжет только, сори. Блин, какая музычка, я прям в той атмосфере. А вот как там тёлочку найти, вот если хочется секса, например? Ты просто приходишь и берешь, или как это работало? То есть что тебе... Как это выглядело в те времена? Интересно просто. В Тиндере? Уф. Я не мешаю? Ну или вот так можно. Передай-ка мне двоегрот. Это такой... красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Я ищу крушину. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Капитан и правда заботится. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. Чат, без смайла, без капитана, смайла. Пожалуй, что волнует. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ауф, вот это, кстати, классная фраза, это факт. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Уф. Может, в следующий раз? А может, сейчас? Опа! Ну, поскакали за, за кувшинкой. Давай, Платвичка. Давай, поплыли. Платва. Давай, давай. Гони, Платва. Гони! Сквозь моря и леса, травы и села, деревни и города. Так, примерно сюда. Оружие убери. Брось это. Давай, Платва. А, надо наверх. А, трава там, да? Трава вот там, да? Пошла. Да ё-моё, а как мне взять? Стоп, а где карта? А где карта? Как карту смотреть забыл? Вперед, Платва. Да я на геймпаде играю просто. Ага, вот и кувшинка. Ну, поехали.
Да ебать. Ага. Сюда. Осуждаю донаты, а не выключу. Ребят, донаты выключены, потому что долбоебы запретку мне дают. Там мужик твой. Ну все, теперь гоним сейчас к месту, где солдаты, не матерись, извините. Где солдатов убили, пятерых молодых пацанов. Посмотрим, что случилось, как он нападал, как атаковал, после чего будем объявим охоту. Отворяй, мужик! Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Ведьмачье чутье. Не торопись. Ага. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ага. Ага. Вот и Мыслов. Ну, привет. Ты Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Где ты нашел тела нильфгаардцев? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Ребят, если я буду все проходить, мы до конца года не уложимся. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Так ты охотник, ты и бей. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. У меня нет времени. Мечей мне не жаль, а вот времени у меня нет, я спешу. Расстроился, мужик. Понимаю. Пойдемте тогда, я вас отведу. Пойдем. Ты знаешь, что будет в этом грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит. Выйди из игры с таким прохождением. Что не так, крыса? И откуда ему большая сложность? Он с наводкой от геймпада попасть не может. Чел, уехал. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Ой-ой-ой. Берегите себя. Я справлюсь. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Нильфгаардцы здесь что-то отмечали. Но грифон их прервал. Земля черная от запекшейся крови. А-а-а. Лагерь? Я слышу волков. О. Это следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. Ага. Сундучок, холст. Хлеб и... О, 10 оринов нашел. Ага, волчара. Ну иди сюда. Так, где-то здесь посмотреть надо, да, что-то? Я не помню, только где-то здесь надо что-то посмотреть. А, вот, все, помню.
Где-то здесь. А, мне же следы, да? Все, вижу. А сделайте сабмод на какое-то время, чтобы уёбков убрать. А, ну там эти первые сообщения в чате. Ну, можно банить вообще изи тогда. О, травка, гладиолус. Точнее, иван-чай. Сюда залезай. Гнездо грифона, точнее то, что от него осталось. Его пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда грифон его сюда принес. И долго умирал. О. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Жалко. Грифоны находят пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Суки, убили грифона. Все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Они убили грифона и... твари. Поганые твари. Я буду делать то же самое, потому что мне за это бабки заплатят. Они убили его из-за своей жестокости. Так, а где Плотвин? Забыл, как свистеть. А, вот, нашел все. Иди сюда, Плотвозавр. Мне две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? У меня уже есть крушина. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. В принципе, помнишь, у меня дома. Мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера. На кого? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Спасибо, нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Согласен. Ну хорошо. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Пора ставить ловушку. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Там кенту плохо на заднем фоне. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся.
Ну что, ребята, время охоты. О, гуси бегут. Да, бегут, непонятно. А ты чё пешком-то, мужик? Блин, как же атмосферно жить было в то время. Хотя воняло все, конечно. Ну? Речка, Золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. Ой, овечка. Пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. А нас уже за окном вывалил на полную. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. А, это мертвая овца? Летит! Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Какой громкий. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. А на, сука. Сейчас ударит. Покончим с этим. О! Тварь! А! Гори, тварь! Не упускай его! Так, надо за ним бежать. Наводчик контужен. А он раненый. Что ж ты орешь-то, как тварь визжишь, как поросенок? Время умирать! Поганый грифон! Гори!
сюда. Кое автоим, я сам целился. Неплохо. Но еще есть над чем поработать. Нормально, Грифона зафигачил. Век живи, век учись. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Так. Яйцо, мутаген Грифона и трофей. Слава, здорово. Что осуждает это нильфгардцев? Мне всегда нравилось, что здесь такая анимация. Смотрите. Видите, теперь голова на лошади висит. Вперед, плотва. Давай, плотвинушка. О, опять это место, где эта тварь призрачная. Магия — это место силы. Ладно, потом с ней разберусь. Подарите сапку, близ бабки кончились. Максидир, подари сапку Славе, пожалуйста. Это что, Форза? Не. Опять волки тут, твари. Это мафия, да. Отжимайтесь, мужики, качайтесь. Силы вам пригодятся в этом сражении с дикой охотой. Но! Ну? Чё, ну, убил Грифона, ну. Это такое, вашу мать? Жито. Что? Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Ну что, никто не дарит сапку? Максидир или же сапку? Дарите, пожалуйста. Че, кента валят, что ли, за это? Чего? Перестал изображать доброго дядюшку. Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я убил Грифона. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Реплики всегда были ускорены в Ведьмаке некоторые, потому что не успевали. Разговор. Из-за разных языков. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Мне не нужно твое золото, ублюдок. О, там кентап. А где его хлыстают? Наверху. Стой. А где его хлыстают? Стой. Я не могу понять, где его бьют. Где?
Слышал о бригаде в Риге. Я вообще не понимаю, где его хлестали. Какой башни? Короче, он умер, походу, уже. Ладно, забейте на меня. Посрать. Ну, мы сюжет проходим. Ну а фиг ли он зерно проебал? Так, все, мы едем дальше. Волки поганые, волки позорные, твари подколодные. А где быстрый переход? А как быстрый переход? Красиво. О, малышка. Вот хамлота. Вали с дороги, простолюдин. Пока я не принял тебя за чудовище и не обезглавил. Ребенок с дороги. Дорога странно рисуется так. Что через света? Придержи. Берегися. Веси мир. Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. О, я же ему уже давал по роже. Это еще кто такие? Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаардцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Похоже, по-другому не получится. Придется резать. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? О-а-а. Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгаардская? Что туз? Гадание на картах туз. Тебе скоро чел. Сердце гложет. Гений, что ли? Генли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Либо спасибо вытащили за подписку. На двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине пусти. Задохнулось. Что? Не что боишься несёшь, гнева тварь? Божьего? Не боишься, сука? О! Что ты делаешь? Оставь! Ублюдина! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток импульс. Воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все! Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Ой, мужики, а могли бы пригодиться они еще. Они уже не отступят. Своим матерям. Вижу. Да горите дотла! Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Боится. Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь.
Чел, а они, ты думаешь, слишком бы долго файтились с обычными людьми с мечами? Они убивают чудовищ, вот блядь, грифонов, брукс всяких. А тут обычные кенты с мечами, и ты думаешь, я бы долго с ними разбирался в реальной жизни? Нет. Типа, это реальная сложность. Я ведьмак. Не мы это начали. О. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Изиме. Седлайте коней. Откуда такая спешка? Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Сколько загадок. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. А что, полегче не было погоняло? Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда Короче, мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну, послушаем, что он скажет. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. Клина себе, чел там явно ЧСВшник. А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Ту-ру-ту. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Сюда опыт. Не, можно еще, кстати, всяких чудищ поместить. Это не очень сложно будет. Какой-то сложности. Поздно уже. Не, никогда не поздно. Там вернуться можно. Сайд-квестами это на 200 часов, братишка. Знаешь, ты мне недавно снилось. О, насколько шуры-муры я начались. Сон был неприличный. Да, я тебя в ротик драл. Только сначала, а потом... Что? Дикая охота. Вот как мост сломался. Поговорим об этом завтра. Хорошо. После аудиенции.
Вот как мост сломался. Что? А это другой? В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Вот так вот. О. Ни хера себе, меня там вычищают, балдежка. Пожалуй, достаточно. Чел, я еще раз говорю, я не могу проходить все сайт-квесты. Слишком длинные у меня уши. Милости вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот... Что за клип? Куда? На этот стул. Сейчас посмотрю. Кледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Побрить меня? Что не так с моей бородой? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись... А, ши. Да? Угу. Я долго был в дороге. А, неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Ну-ка, сейчас секс будет, по-моему, смотрите. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? О, мерзкий да, тип. Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. Нихуй с горы. Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Изиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Угроза? Их убила дикая охота. Их убила дикая охота. Кавалькада призраков, скачущих по ночному небу? Вестники войны, о которых рассказывают мужики? Сейчас я чекну клип. Думаешь, я в это поверю? Откровенно говоря, мне плевать. Как же они базарят, но, да? Нордлинги, вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее до свидания. Как он базарит. Теперь, ваша милость, извольте одеться. Да, базарит грязно. Знаете, так на... Как это? Высоко базарят. Надменно. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет сжать, портной внесет поправки. Черный, черный и черный. Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Так, пацаны, сложный выбор сейчас будет. Ну, наверное, вот... Блин. Мне не нравятся вот эти наплечники. Но, наверное, вот это будет самое оптимальное. Вот это вот, скорее всего. Это херня, шляпа с белым верхом. Это тоже шляпа. Вот, вот это, наверное. Вот это имба. Да. Может, для вашей милости это новость?
но повязанное на бедрах полотенце не является... Господи, как ты грязно базаришь! Так, дайте клип, я гляну сейчас, что там? Что там за клип? Что вы его спамите? Что там может быть? Ой, бляха-муха, ёп. Баночки, посмотри, мать. Лёха, бляха-муха. Ты смотри на заряды, Лёха. Два выстрела, ничего не останется. Да-да. И что, кринж ТикТок? Опа-пам-пам. Сюда. Дима, Дим, Дима, Дима, Дима. Тут-тут-тут. Попка норм. Согласен. Вот и все, ребята. Да, детка. Сюда. Ой, я ни разу не сохранялся, кстати. Прошу вашу милость одеться. Да оделся я уже, глаза разуй. А говорят, не платье красит человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Можно сказать. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Как же базарят, да? Простите. Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Что? Ну давай убедимся. Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута. Ладонь выпрямлена, так. Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Ты, наверное, шутишь? Ничуть. Я абсолютно серьезен. Правильно. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии императора? 200 палок. Тебе и одной хватит. Я не желаю этого для вашей милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор, пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Плохо, плохо, плохо. Еще раз. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость мало, повторит. Мало. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Обратное плотное. Прошу за мной. Деп. К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Блять, а что, реально такие императоры были? Ваша милость, в настроении... Не такие ЧСВшники все. Император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Гриме айп арт херзир дейтвин аден инкарн айп морвуд эмгир вар эмрейс. Поклон! Император. Арер айп то орде. Велен наман вадгерн лаборд. Жабка в очках. За тебя щело 200 палок. Столько месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Ауф.
Хера себе у него костюмчик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Почему я? Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч? 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Сериал Netflix, да. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Мне нужны сведения. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мэри Рид, проводи его к чародейке. Сейчас будет секс. Секс. Трахать пить. Ой, трахать сук. Пить сок. Трахать сук. Пить сок. Ваша милость, вы меня не поняли. Поехали. Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Заткнись, Эмгыра. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один день. Трахать пить, сук, сок. Сок-сук. Трахать пить, сок-сук. Я, Эривар Ксенова, принес в Ландер. Я, Аннея. Аслиден. Аскан СССР. Катай, Твеглен. Эссаван. Что-то они ругаются там? Мужика подставил, все нормально. Гарын, Бадгер. Бакаэль. Они запретки базарят. Эссеклите. Финврайл Брейнигар. Энкельки Дангард Врайл. Эссеклентен Айб Нортмар. А вы знаете, что Человек-паук спиздил чутье с Ведьмака? Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Начну первым. Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские... Йеннифер! Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Ну, ё-моё, ну не... Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Спасибо за 5 месяцев, Артур. И похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Спасибо. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась, сучка. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Имгыр. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя. Не будем взвешивать за и против. И просто найдем Цири. Ладно? Ладно. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Романтия. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча,
Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Подмазывается, смотрите, подмазывается. Ты должен ее найти, Геральт. Прежде чем это сделает дикая охота. Я никому ничего не должен. Я сделаю только по своему желанию. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Музычка прикольная. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Мерригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного. А ты что так забазарил-то глазком таким? Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиге. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр-Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Пора собираться. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатре. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. О, наконец. Я буду тебя ждать. Путь так. Ну, хоть так. Ведьман. А с кем там побазарить можно было? Вот этот? Посол Варатре? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется. Винс, мужичком, мол, сейчас делаем. У императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Ого. Что, Велене? Ну хотя нам что, зачем нам про войну спрашивать? Спасибо, я примерно понял про расстановки. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Я примерно понял. О, что-то взял. О, бабки. Плюс бабки. Плюс настроение, плюс деп. Так. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Тварь. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Так, Гвин где-то здесь, по-моему, да? Вот это, да, по-моему? Ага. Сыграем в Гвинт, малыш. All in, батька. Я хочу сыграть в карты. Поехали. Так, у меня есть мгла. Я по-любому мглу беру. Я беру Злотана. Ну, поехали. Начало раунда. Кто ходит? Я хожу.
Давайте мужичка поставим. Так. Шпиона дал, да, сука? Блять, у него золотая карта на 10, стоп! Ага. Блять, и он сейчас мне уберет 4, и у него 10 будет, изи, надо сдавать. Я могу сейчас проебать, потому что он выложил... Да, я сейчас сдаюсь. Пускай он забирает этот кон. Пускай он его забирает. Все. И сейчас я его выношу, потому что у него говнокарты. Поехали. Минус 2 карты, чел, ты понял? Откуда 10? Что это? А я могу ничью сделать же сейчас, да? Я же могу ничью сделать. Или нет? Тогда придется вот это делать. Все. Найс! Работаем. Опа! Все, пятерка сюда. Ваш ход. Ну давай поработаем с тобой, малыш. Пятерку тварь ставит, ты посмотри. Пятерка. Ну, это херня. Угу. О! Я могу взять что-то, да? Да, я думаю, что Ватериду возьму. Давай. Сюда. О, что он сделал? У меня тоже есть это. Что он делает? Снижает силу всех осадных отрядов до одного обу... А. Ну, а, стоп. Вот, что у меня делает, чел? Мглу взять? А что мгла дает, напомните? Это мгла? Это ливень. А что мгла дает? Я думаю, что я вот так сделаю. Угу. Я, кстати, выиграю. Какой проеб? Я выиграю. Алло. Синтозавр, я выиграю. Мгла на лучников. Сюда сосать. Сука! Ну давай. Сюда, 26-26. Две карты, ублюдка. Ага, ну я могу выиграть еще. Ладно, я пас. Ну давай, братишка, поработаем с тобой. Чего? А? Ну я поменял, потому что он глу. Все, начать игру. А карты мне покажите мои. Ясное небо, дождь. Ну я вот это поменял, ну куда мне? Мгла. Ну нет, ну очень много мглы. Ясное, ливень поменяю, ливень не нужен. Все, вот так вот, найс, поехали, работаем.
давайте сразу с больших походим сейчас. Семерка. Шпиона семерку закинул мне, посмотрите, а что творит? Что творит, а? Ой, я вот этих двух сейчас выкину, ублюдков. Десятку гулет эту. Сюда. А, так слушайте, можно спасовать. Он. Посмотрите, что он творит. Он десяток кладет. Уехал. А, так он своего же убил. Он своего же убил. Ну, я выиграл. Блин, можно сделать, знаете как? О-о-о! А руки, руки, руки. Почему они не сыграли руки? Почему руки не сыграли? Сейчас, Слав, сейчас отвечу, секунду. Сейчас. Четыре. Блин, а что ставить? 23 на 16. Да я, блин, у меня карт мало. Ладно. Ах, крыса, осань. Бля, 6 карт. Ой, господи, я... Чё, это тил? Это тил. Не, я его сейчас выиграю, меня посрать. Вы вещи хотите закинуть? Гуглит, как выиграть? Да я выиграю его. Да я не трачу время, я его выиграю. Я хочу сыграть в карты. Да не... Гоу, поедем куда-то. Сейчас спать. Сейчас тебе напишу. Неплохо от обжорства. Брат, ну смотрите, у меня пиздец не убрано ничего. У меня пипец свинарник. Так что готовьтесь. Мне еще уборщица не приходила. Я тебе скинул адрес, Слав. Я тебе пиццу купил. Так пойдемте, может быть, куда-то посидим лучше. Так будет проще. Так, все, поехали, начинаем игру. Самому слабо убираться. Ну, я просто не очень люблю убираться. Убери из колоды слабые карты. Да я убираю все. Вот это убираю. О, пятерку дало. И вот эту убираю. Алфалы, по-моему. Короче, пацаны, я тогда сейчас, наверное, это доиграем гвинт. Тогда сегодня
окончим прохождение, завтра продолжим, потому что мне реально тогда сейчас Слава приедет, пока я быренько все тут хотя бы уберу мусор какой-то. Вот, и завтра продолжим. Не, ну правда, надо, чтобы это... К тому же он спать хочет, надо все постелить, всю эту фигню. На стриме убирайся. Слава, вы через сколько будете? Сейчас я спрошу, через сколько Слава будет. Сейчас я спрошу у него, через сколько он будет. Алло, чё? Сейчас, чё, не вижу, что Слава пишет. Зачем ты оффаешь? Да мне прибраться надо, брат, мне даже вас положить негде. У меня даже вам белье надо постелить. Если оффнешь, я обижусь. Го, РЛ дома? Да не, у меня пиздец дома, какой РЛ. Блин, меня он опять выиграл! Короче, это читилт какой-то. Я сам уберу, да? Так. Бля, мы его можем вынести или нет? Короче, ладно, дальше сюжет проходим. Потом его вынесу. Его надо. На коврик. Мне не нужно белье, я сзади на диване полежу у тебя. На каком диване? Так мне положить надо все вам там. Так, поехали. Ну, короче, через сколько вы будете, напиши. Я сейчас тогда на стриме это быренько сделаю и все. Так, а куда мне нужно ехать? Королевский замок Визими, мы уже здесь. А мне куда нужно? А куда мне... Подожди, стоп. Отправиться в Велен? Пробел? А, да, на пробеле лучше будет. Все, мне Велен надо. Вот сюда вот, да? Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Визими. Слав, через сколько вы будете примерно, скажи? Я сейчас кентам тогда музыку поставлю, быстренько тогда хотя бы уберу все грязное. Геральт отправился на поиски Цири. Чилды только осуждаю. Да не, просто нужно хотя бы, я не знаю, с пола убрать все. Не скоро? Звони Дине, она уберется. Сейчас я спрошу, через сколько они будут. Чекнет ТГ, Слав. Ого! Это, кстати, в 300 спартанцах была такая тема. Челы висят у нас. Висят, колышатся. Так, чат, сейчас я тогда быстренько все сделаю и подойду.
Все, я здесь. Что было? Качественно. А чего? Блять, и дерево нарисовали, я про что и говорю. Чё за фигня? И в итоге нарисовали дерево, к чему и приходим. Там какие-то свиньи нарисовались. Руль доставай. К чему приходим, так это то, что ты надристал, чел, уехал. Блин, здесь, кстати, очень атмосферно. Отвали. Не видишь, жрец молится. Не прогоняй его, Родрик. У каждого есть право припасть к источнику. Сейчас ты кормушки припадешь. Шевелись, плотва. Брат, у меня нихуя нету, лучше купить. Ну что здесь, господи, ладно. А ну-ка, утовцы, провалили отсюда. Да не, продукты не надо никакие. Купи в аптеке лучше, брат. Лучше купи. Ничего нет. Ян Пердун. Сейчас же новые набегут. Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун. Мне Катя купит. Люблю ее. Пошел нахуй. Так, блядь, сейчас дверь не открою. Отстал от своей армии. Вы через сколько будете? Ты мне так и не ответил. Нильф ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. 30 минут, окей. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизмом. Я предлагаю куда-нибудь поехать. Едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Угу. Чё делаем? Ладно. Я тебе. Здорово, Леончик. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Он тебя в конце убьет? Да вряд ли. Ладно, едем дальше по миссии. Цири трахнет. Сейчас, смотри, чтобы он тебя не трахнул. О, я помню, кстати, эту локацию. У меня все прокачано. Кем мне побазарить здесь надо? Расспросить об агентстве. Ну-ка, с бедняком поговорим. Занят ты? Тогда с женщиной твоей поговорю. Лучше в те болота не лезь. Ну, давай с корчмарем побазарим. Я еще одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. О, слышу стук копыт за окном. По мою душу, небось. Текай отсюда, я черный вход открою.
Я еще не допил. Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Я ведьмак. Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. На место поставил ублюдков. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милдред, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Хожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. Дочь должно быть спрятана. Что, здесь посидеть? Спасибо, Милдред, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я не в свои дела не лезу. Желаете, Милдред, остановиться в моей корчме? Милдред. Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Гендрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. У Гералта хриплый голос, но у меня не хриплый. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Тебя пропили. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. А где конь мой? Платва! Ко мне, собака, лошадь. Но. Поехали. Посмотрим, что там случилось. Собака-лошадь. О, сектанты. Двадцать 18, ясно. О, вороны, значит, трупов. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, сколько крови здесь, или что это? Смердит здесь смертью и труповщиной. Но мы уже почти в селе, мы приехали. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Дымка. И волки здесь. Вон! Спокойно, все уже кончилось. Опа.
Наколдовал что-то? Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Расскажи, что тут случилось. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Кен бежит маленький такой. Сложность повысить? Ну мы тогда долго будем проходить. Крутой чел. Не знаю, что там делалось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал. Потом молил, а под конец только стонал. Жесткие ребята. Зараза. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Ну, посмотрим, что там случилось. В хате. Ведьмачье чутье. Ой-ой-ой-ой-ой. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу штаны. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Проверю кафтан. Сейчас напишу Славе еще этаж. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Загляну в башмаки. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Где-то должен быть замок от этого ключа. Ну-ка, паучье чутье. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Ага. Они не нашли это. А вот оно все. Сто 12 крон. Вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Хм. Интересно. Еще какой-то дальше проход. Смотрите-ка. А-а-а. Вы
Почетная книга. Плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Пьяный кабан, ссора с ведьмой. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Сложность конфликт. Выше Блидота, ты это кому чё пишешь? Интофарик. Разыскать ведьму, поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. Надо быть осторожней. За мной наблюдают, не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Ольга, и вам добра, с Новым годом. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Ну вот и все. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Поэтому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Угу. Зараза. Зараза. Холера. Ну ладно. Я сегодня твою попку, пальчик прямо провалился. Мне понравилось. Ой, чел, блядь. Иди нахрен.